Блять. Шатал ботов.
Блять. Демо. Ой, блядь, сука,
Оу, чёрт. Найси. Блять. Оу, ноу. Оу, ноу. Блядь, автобус. Ай-яй-яй-яй, обошел, сука, все-таки обошел.
Хер там. Вообще. Бембо. Бигрик на первом месте. Fucking crazy. Давай, 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 удерживаю, Старбист. Ай. А вот Бигрик догнать это проблемка еще та. Печалька, печалька, да. Бигрига так, что... ничего не задармаживает, он как бы его никто не замедлит, это его плюс. Блять, его сложно развернуть, ну в этом плане от попуток таких вот. Да, походу не достать мне его, меня еще обогнал C-класс. Ух ты, и вдруг тут Бигрик на горизонте появляется. Не вовремя, блядь. Блядь, на капот ему запрыгнул. Бигрик исчез. Куда он делся-то? Забавно, чувачок в C-классе выиграл. Не подумал бы. Ах ты, сука, пидор. Блять, сука, ебаный гребля, не могу обогнать. Ну, в общем, все получилось довольно-таки неплохо. Бигрик ушел, что ли?
Окей, спасибо за плейс. Блять, закосячил я. Годэм. Я разобьюсь нахуй сейчас. Все пошло не так. Заносит люто. По-моему, любую тачку здесь заносит. Попробую. Либо раммер, я не знаю. Тяжел так.
Оу, щет. Давай ехать, блядь, сука, теперь как развернуться. Оу, щет. Еще автобус лезет куда-то здесь. Сразу. Сука, нет. Блять, сколько пролезло. Нахер этот автобус. Конечно, это, блядь, почему отспавнили? Кодем. Давай, давай, отлично. Есть, есть, есть. Есть, бомба липучка остановила его. Автобус даже целый, лишь бы он не помешал, так и самое главное доехать этот полукруг.
еще раз. Блять, все три колес. Надо как-нибудь тоже попробовать. Именно на этой трассе. Речка. Небо. Блять, что-то дохуя здесь ботов по встречке едущих. Диггер все прессует, он там летает. Но он гей, я вижу, у меня раскрас. Его и прессует. Ой, блядь. Нет. Я первый стал внезапно. Ай, ай. Блять. Батл буст на первом месте.
блядь, нет. Бля, встрял. Гейм овер. Жестко. Были жизни и кончились сразу. Внезапно. Три колесный катается. Интересно, как быстро он выбыл. Я, конечно, понимаю, что его начнут носить по сторонам и разобьют, наверное, за ближайшие круги. Круга 3-4, наверное. Проедешь. Бандит. Блин, ну трехколесник я не буду брать, но быстро уничтожить. Неохота. Блять, поехать вообще в D-классе, что ли? Killer B Nexus. 5-3. 4-9. Взял бы лавмуйер, если у него, если он не баговал бы, ехал бы на нем. Это будет долгий лонгвей. По крайней мере для меня. Буду ехать спокойно здесь. Медленно, не спеша.
Ай, нет, блядь. Чёрт, давай разгоняйся, ты катафалк ёбаный, блядь. А, хуйня, бля. Комбайн тут дорог зачищает. Нормально, служба работает. Да, этим Нексусом не развернешь. Какой-то раммер. Ей, хит, страйк. Блять, я уже разбил здесь все кладки нахрен. Капец. Ой. Успеть проскочить. Бля, обходим, не врезаемся. Ух ты. Раммер Хаммерхед там у нас впереди. А вот он, раммер, нет? Нет, не он. Вон он, скорее всего, едет. Черненький, с желтенькой полосочкой. Сейчас опасно будет. Ух ты, ух ты, его уничтожили. Бой. Второе место в D-классе. Yes. Давай. Я сделал это дерьмо.
прямого. Это странно говорить на серваке, где который Гай атакует. Где он, кстати, блядь? Объехал, блядь, объехал. Я думал, столкновение неизбежно, но я все-таки смог. Демон. Бро. Оу, щет. Бывает. Съебаться успел. А все потому, что я грамотно объехал кто-то Дракслайер. Если бы не объехал, я бы там ехал бы в той куче. Вот так вот. Воу-воу-воу-воу-воу-воу-воу. Нет, моя тачка. У меня отрыв. Good damn. Fucking Starbeast. Моб. Как конкретно я повредился. У меня же движок. Раньше все вообще сломалось.
Лол. Какая сейчас тактика? Он опять будет так же атаковать. Я не знаю, я в принципе отрыв-то сделал такой, что я по идее должен успеть проскочить. Я думаю, не поеду сейчас на встречку здесь по-другому, чтобы пытаться обмануть. Я должен успеть. Да-да, успеваю. Меня тут еще прикрывают обломки, если что. Бро. А что с двигателем моей тачки? Я его не слышу вообще абсолютно. Звуки движков просто исчезают. Сами по себе после патча. Ну, жив остался, так что. Что-то до хера там уничтожилось, не знаю, что у них там происходило. Но явно какая-то война там была. Блять, сука, ты ебаная хуйня, катишься здесь. О, у меня отрыв просто блестящий. Меня уже никому не догнать. Ну, рекорд у меня, по-моему, 21 секунда отрыв был, может быть. Еще больше получится. Оу. Мне кажется, они приезжают сюда, чтобы разбиться здесь в братскую могилу. Мэд Майк еще жив. Священная 1%. Очень живучий 1%. Он дает иммунитет от легких таких прикосновений. Нужен хороший толчок, чтобы добить 1%. Оу.
когда будет очень много старбист мобов на серваке, я тоже возьму мобовский старбист. Моб. А тот старбист еще на первом месте, однако-то. Оу! Неприятно. Ой, это сумасшедший. Блять. No, please. Хуя себе вандалы здесь летают. Метеоры. Ауч. А чё за подпризывание здесь какое-то постоянно? Второй раз на одном и том же месте. Oh no. Да, дела здесь у многих херовы. Сука, выносит их, блядь. Что тут осталось? Суперином, Старбист, Вандал, Рейзер, Вингман, Рокет. Ну, у Вингмана, наверное, здесь больше всех ХП будет. И у Вандала, я думаю. Сейчас, блядь, как не... Да, Вингман здесь самый такой живучий. Много жизней. Воу.
Нет, я не хочу. Изи, бой, изи, чил. Заагрессивли боты, а? А мы не простили. Рокет, дайте развернуть. Блядь! Это серьезный дамаг. Это я конкретно попал. Это пиздец, коротыш. На бумер чем-то я похож. Своими формами. Бля, 26 хп. Я не хочу разбиваться. Блять, за таран даже сняли. Больше, чем ему. Шутите, что ли? О, Рокки, дайте разверну. Нет! Есть, хоть втыкнулся этот. Вообще, блядь.
Brew. У меня сзади такая клацает этот багажник, типа он разговаривает. My car. О, нет, опасно. Что-то как таран даже не хочется опять. Мне дамаг больше наносится за таран, чем того, к тому, кому я тараню. Опасно. Ай. Еще бот есть. Блять, мати какой-то. Ай-яй, нет, так не задеваться. Нет. Ура, спасибо. Устранили. Впереди тот бич, который меня затаранил. Люто. Блять, на пути препятствия. Окей. Что там произошло? Я его вижу, он в поле зрения. О, Rocket D развернул. Rocket D развернул. 6 хп. Сколько у него жизни, мне интересно. Я все ближе и ближе подбираюсь к тебе. Блять, остается полкруга. Я просто обязан, должен. Давай, должен. Чин покамон, должен. Давай. Бля, неправильно я поехал. Зачем я такой угол взял? И не смог его достать. Печалька.
Нормально, все синие впереди. Уроки дайте, поверну. О, щит. Внезапно. Дерзкий какой, а. Сейчас мы залетим. Хуя меня бигрик обгоняет. Что за хуйня, у чувака на первом месте пинг лучше, чем у меня. Че за бред, 5 пинг у него. А погодите, я... Или я смотрю на второго. Сравниваю со вторым, у меня тоже так. Рух, я быстрей. Ты очень медленно едешь. Близко. Обычно к пятому кругу с первым, кто первый лидирует, с ним что-то случается. Вот такой тайминг попадает, что неизбежно. Как правило. Ничего себе, я не смог подвинуть этот пикап. Ну ладно, бывай, бро. 10 секунд тебе на разворот. Да вот да, он притормозил. Так бы с ним и случилось бы это дерьмо. Если бы не притормозил. Аккуратно. А, это крыса счета своего тиммейта сбивает. Он, в принципе, что тогда меня таранул. Надо было его зауничтожить. Блять, да ты пидор, блять. Да, похуй. Затормозим его. Не понял, опять? Блять, какого хуя? Рили, какого хуя? Где я? Что-то срезал там? Не понимаю.
А где этот еще? Бумер был, а вот он. Тяжелый дамаг. На чем поехать? Бежал сразу. Бля, вот мразишь, а. Фатальный, блядь. Пиздец, блядь, завет. Блядь, 4 круга здесь, это. Это не гуманно. Я че, колесо потерял, кажись, да.
спина без колеса, я уже не жилец.
Бля, на этой тачке очень опасно ехать по петле. Но у меня... Да ладно, не прокатило. Всегда же прокачивало, если смотреть назад, то тачку не будет заносить. Что-то пошло не так. Бро, ехай обратно. В другую сторону. Зачем ты на своем думриге едешь? В неправильном направлении. Давайте еще раз испробуем. Смотрю назад. Тачку не заносится, сейчас работает. Блять. Нет. Я не хочу быть скомканной какашкой. Залетаем, бро. 1% жизни отнимаем, кусь. Я, наверное, задел там тогда в прошлый раз, типа эту фиговину. Меня занесло. Так что, подписчики, вникайте. Секреты. Секретные. Как на легких тачках проезжать петлю. С вас донейшн. 500 тысяч. Бля. Я так и ворочит. Опять этот сорбист примчался. Че ему надо? Я тебя погнал уже. Ах ты, собака. Куда вылез-то? Ну, спрячься. Один едет. Процент. Бро, в стенку, браво, браво. Что мне остается? 5 минут.
Почему у Тристара так мало жизни? Вот просто досада. Из-за этого нельзя его часто использовать на многих треках. Прикольно, сколько старбистов здесь. Давайте возьмем тоже старбист. Затешусь, так сказать, в ряды мобов незаметно так. 4-6, 3-4 там вообще капец. Бичевский старбист. Может быть, боты не заметят. Под прикрытием. Ты. Вроде никто не догадывается. Ну давай, харе, высокая скорость. Мой старбист не знает высоких скоростей. Знает, что таким маленькие средние скорости. Блять, картошка, ты чё, ёпта, блять, обожрался картошки. Да хуёво быть мобом, ездить на этом драндулете. Шмонать его просто на изи, это драндулет. Но это дела мобов, а читеров, они привыкли уже как бы. Сейчас мы его задаем, смотрите. Привет, с вами Джонни Ноксл. Сейчас мы задаем моба за старбисте. Старбистом. Было прикольно. Сейчас залетим в этот бумер. Ах ты, сука, крыса ебаная. У меня тачка мобовская, они знают, что это читер. А сразу же готовы, что знают, что этот моб будет атаковать. Поэтому они уже заранее предупреждены. О, сейчас мы затараним вот этот вот. Кек чебуряк.
Хотя иногда весело на этом Старбисте погонять. Представить себя мобом читерским, который пришел на сервак Лифанткиллу мешать ему. Что, опять будет притормаживать собака? Зато ты теперь не обгонишь меня, не проедешь здесь. Сколько у меня там? Ну, и Б-класс вообще. Вот и едь там последним. За то, что я тебя не задавил, тогда и едь там последним. Место впереди меня не получишь. Во-во, вот сейчас вот. Ты чё, пёс, блядь? Ну ладно, хер с ним, с псом этим. Спасибо за просмотр.